7 июня губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям региона, коснувшись положения дел во всех важнейших сферах жизнедеятельности области. Глава региона обозначил наиболее существенные достижения 2022 года и назвал ключевые направления развития Подмосковья в 2023-2024 годах. Андрей Воробьев подчеркнул, что главная ценность Подмосковья – люди. Он рассказал о том, что сделано за время его работы на посту, а также о том, что предстоит сделать. Подчеркнул высокую важность активной коммуникации с жителями, получения от них обратной связи. Мы особенное внимание уделяем диалогу и коммуникации. Прежде всего, это личные встречи и, конечно, самые разные форматы общения. Добродел, социальные сети, домовые чаты, электронная почта. Для того, чтобы в каждом городе видеть, что именно беспокоит наших жителей. Дороги, благоустройство, общественный транспорт, медицина, образование, ЖКХ. Опросы показывают, что это те сферы, в которых люди замечают позитивные перемены, и одновременно с ними связано наибольшее количество задач. Что касается автобусного сообщения, это также чувствительная тема. На линии работают каждый день более 8 тысяч автобусов. Мы стараемся их обновлять. Слава Богу, у нас есть собственный в части географического расположения Ликинский автобусный завод. 2000 автобусов мы за 3 года обновили, и эта работа ведется регулярно и постоянно. В обращении губернатора несколько раз прозвучал Ленинский округ. В числе важных для муниципалитета проектов были отмечены реконструкция Каширского и Володарского шоссе, строительство пешеходного моста на станции Расторгуева. Также отмечена необходимость строительства подстанции скорой помощи в крупных микрорайонах новостройках Дрожжино и Суханово. Все объекты, которые у нас находятся в процессе стройки или готовы к завершению, конечно, будем, что называется, расшивать в моем отчете перед жителями, который состоится во второй половине июня. И, я думаю, наметим те планы, повторюсь, часть из них уже реализована, в том числе в 2023 году, да, часть обязательно сделаем, что-то до 1 сентября, что-то до конца года. В обращении к жителям региона губернатор отметил, что он и его команда в своих действиях руководствуются идеологией лидерства. Ее суть, по словам Воробьева, в том, чтобы во всех сферах жизни люди чувствовали перемены, и эти перемены должны быть к лучшему.